Так, пока еще музыки нет, еще пойдет, но музыка заиграет, уже нельзя. Алекса, стоп. Вот мы почему выключили Алексу? Потому что тогда меня забанят на Ютубе. Говори доброе утро. Всем привет. Всем привет, ребят. Вот так наше утро начинается. Теперь занимаемся мы в зале уроками, потому что у нас здесь снова возобновилась стройка Лего. Да, Марсель? Марсель стал снова увлекаться. Какое-то время была передышка с Лего, теперь опять каждый божий день. Ну, это, конечно, радует. У него тут задумки, замок, да? Построил тут и себе. Всякие, видите, разные. Всякие разные. И математика лежит. И математика. Тут вчера немножко поделал математику. Не знаю, где ты тут уместился, а где ты тут делал математику-то? Раздвигал все, да? Вот тут и вот. Сейчас мы пойдем, Марсель, уже по завтракам. Мы пойдем делать в компьютере АБЦ, пират вот этот вот, который онлайн, да, там немецкий. И мама будет рядом пить чаек. Я просто хочу чай, что у меня нет аппетита с утра. И потом пойдет играть в приставку в PlayStation, а мама поедет съездить за краской для волос. Потому что я, ребят, поняла, что моя краска для волос просрочена. Да. Ты все? Покажи. Ну покажи. Чего у тебя там? Ну ладно, и не надо. Я других человечков покажу. Вон там сколько. Нельзя ничего смотреть? Частная собственность. Все, ребят, до встречи. Пойдем мы. Сейчас я еще хотела показать вам, пока мы в этой комнате находимся. Погодка у нас сегодня не ахти. Сейчас, сыночка. Видите, косят траву, приехали. Вот, покажу вам свое денежное дерево. Смотрите, помните, которое мы пообрезали с вами секатором-то? У Вали секаторы в руки попали. Смотрите, листиков уже много. Так, наверное, давайте его спущу на пол, чтобы оно не отсвечивало от окна. Вот, так будет лучше, наверное, потому что на окне отсвечивает. Смотрите, много новых листочков, да, появляется. Вот здесь, где мы срезы делали, ну, что-то не фокусируешься. Вот где мы срезы сделали, тоже вот листики. Вот листики пошли, смотрите, это все потом будет разрастаться вот здесь, да. Деревцу очень легко прям стало. Ну, оно вот, как вы заметили, на всех срезах практически появились зеленые листики. Здесь, здесь, вот тут. Ну, в общем, деревце приобретает уже вот тут. Я его немножечко вот так подвязала, чтобы оно... не в разные стороны росло, вот немножко вместе было, да. Но стволы упругие, в принципе, все нормально, листики хорошие. И вот видите еще. Как нехорошие? В смысле нехорошие? Все хорошее. Я его вчера сбрызгивала, мыла листочки, да. С ним все хорошо, ребят, он будет расти, разрастаться. Сейчас покажу Вове в комнате. Там вообще его нужно пересаживать в другой горшок. Этот горшок формы, ну, действительно не подходит, поэтому мы с вами, когда тепло будет, землю купим, и горшки я возьму не такой формы, а более устойчивые, но по размеру такие же, высотой и шириной, только единственное устойчивее. Твоя нога застряла? Так вытаскивай ее. Не можешь? Я не могу поднять ногу, просто не могу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Видите, как у нас утро начинается. Ну, в общем, с денежным деревом нашим, толстяночка, все прекрасно, ребят. Все замечательно. Болит. Смотрите, болит. Сейчас я тебя пожалею. Вот видите, здесь все много-много свежих. Смотрите, росточков. Все замечательно. Сверху пока я ничего не обрываю больше. Я его не трогала. Единственное, поливаю. Витаминки им давала. И все. Вот. Посмотрим, что будет теперь через недельки три. Видите, как у нас протекает карантин. Скучно ребеночку, скучно малышу, да. Вот, пойдемте Вову посмотрим, какой цветок. Ползи, сынок, ползи. А вот дерево, которое в комнате у Вовы стоит, да? Дерево, ну. Деревце, оно уже не похоже на кустик, оно уже на деревце похоже. Смотрите, какое оно размахнулось как, да? Ну и, в общем, нужно вот эти горшки будут нам заменить, чтобы они более устойчивые. Видите, они здесь узкие. Надо будет поменять.
Ну, вообще шикарное, да? Надеюсь, и у Марселя на окошке будет точно такое же. Марсель сам будет включать компьютер, он уже немножко может. Покажи, можешь включать уже? Играть. Ну, ты сначала поучись, потом играть. Не тут, а играть. Ну, ты тут не сможешь играть, потому что там а только учеба. Мама смахнет. Ну, папа умеет, ты не умеешь. Заходи на свой пират. Я знаю, ему скучно, и нужно повыделываться. Смотрите, я Вовины цветочки перебрала. Нет. Хром. А, код сначала задавай. У нас там пароль в компьютере. У вас? Оставила вот листочки и три цветочка. Ваза вообще мне очень нравится. Витя вот выбрал прям хорошую вазу. Ваза скитнись. Свеча у меня зеленых нет, теперь сиреневую это жгу. Не могу. Ты не можешь? Пароль задать не можешь? Нет. Давай, я задам. Стой. Вот и все. Теперь на хром заходи. Oh my God. Нет, не здесь. Марсель, заходи на то, что тебе нужно заходить, зайка. Вот. Теперь дальше где у нас? ABC. Зайти вовнутрь, подтвердить пароли. Да, и начинаем учиться. А я пойду чаек поставлю. Я с чем-нибудь хочу, с какой-то печенькой. Да, у нас здесь тут опять бардак. Опять нужно все перебирать. Бублики, конфеты, вафельки, остатки. Остатки, видите, все так это стоит. Такое не ест. Я не знаю, это шоколад вообще. Видите, на работу, наверное, отдам. Я не хочу. Я вот два пряничка у меня. Один пряник, представляете? Один пряник. Это бублики. Сушки. Еще есть такие у нас вот сухарики, люблю иногда погрызть, 59 центов в русском магазине стоит. Мы брали, я вот салат добавляла или так грызли. И, кстати, знаете, что я хотела, надо нам сделать еще орешки в карамельке. Что так темно? Свет надо. Хотела посмотреть, свет включила, срок годности у нас 26 ноября 2020, нормально. Надо будет потом, может, на выходных хочу. У меня есть еще сахар остался коричневый. Вот надо их карамелизировать в термомиксе. И так покушаем. Вот. Видите, как у нас все тут остатки, тут остатки. Вот сейчас Валя с этим чаем допьет в тарелочку. Все, выложу. Здесь у нас коробка главная лежит. И тут уже пару шоколадок. Надо коробку выбросить. Витины любимые печеньки вот такие, я их не люблю, а Витя, вот Вова, их любит. Вот, и так. Получше. Ну, вафельки тут осталось 3 штуки, пока пускай будут. Вот эти печеньки вот переложила в бокс. Кстати, вот они открыты. Чего они? Ой, надо все сейчас это убрать. Вот. Переложить. Печеньки я сложила сюда, раскрыла, да, и оказалось, что у меня 2 пряничка осталось, 2 пряничка и 2 печеньки, так что Валя будет пить чай с пряниками и печеньками, это мой будет завтрак. Не хочу ничего кушать, что-то я еще сытая с вечера. Сегодня буду варить еще супчик, у меня осталась рисовая каша, вчера варила Марселю, остались еще у меня рожки. Такие в духовке дело с фаршем и с сыром затертым. Так что на обед у нас покушать есть, что есть яички отварные еще, вареные, помидорки есть. Ну, в общем, сейчас молочка себе возьму. Так что потом будем варить супчик. Я уже достала такую ляшечку себе на супчик. Помните, распаковывали. Здесь надо будет сейчас раковину протереть. Я кофе попила, все поставила. Надо будет помыть, да, Сыночка? 4 пункта уже? Ну, молодец. Все, давай дальше так. Так. Так что я, ребят, пойду попью чайку. Ну, посмотрите, как в Германии проходит карантин. Всех посадили дома, а рабочие вот работают. И как такового 2 метра расстояния между собой они тоже не держат. Ой, озеленители. Угу. Не, конечно, они молодцы, что приводят город в порядок, чистоту содержат. Но сейчас, в данный момент, на карантине не разрешается. Видите? И вот они потом приедут домой, неизвестно, что у них. И начнется катавасия. Вот так.
Говорят, в Германии, что вы вышли без маски в магазин. Ага, смотрите. Ой, и почта работает вот так. У нас почтальоны, кстати, ездят. Не всегда на машинах. Газеты, письма развозят на велосипедах вот таких. Видите? Все работают. Причем без перчаток тоже. Все нормально. Собралась, ребят, я поехать в магазин. Сейчас мне нужно съездить. Ну, соответственно, все меры безопасности, перчатки, маску, все взяла. На улице пошел хороший дождь, прям хороший дождь. Пока я дождалась, смотрите, все мокро. Ну ладно, просто мы с Марселем позанимались, я попила чаек, он пошел играть сейчас, у меня есть час. Мне должна минут за 40 обернуться, поэтому потороплюсь. Если что-то будет интересное, конечно, покажу вам, если получится что-то поснимать, да? И покажу потом, что я купила. Вот так я выгляжу в дыме. Ну, в перчатках. И сейчас смотрю, появился дезинфицирующее средство. Хоть немножко, но есть, да? А я купила краску. Вот такую. С тележкой, короче. Нужна такой вот закупочная телега. Обязательная. И сейчас посмотрим, что возьмем. Сакротан, может, возьму еще. И для стирки мне нужно салфетки посмотреть. Ну, вот так вот все размечено, видите, линии. И на кассах натянута пленка. И стекло, ну, не стекло, а пластик такой, чтобы не подходить близко, вернее, не чихнуть на кассира. С этой стороны вы видите вот пленка, а с этой стороны, где люди стоят, там пластик. Ну, и вот так вот расчерчено, 2 метра стоять. Дышать тяжело в маске. Ну вот, ребят, приехала я с магазина. Смотрите, я много не брала. В принципе, я выезжала только за краской. Ту краску, которая у меня была, я все-таки по штрих-коду пробила в интернете. Читала очень долго. И оказывается, краска уже просроченная. Поэтому я не стала рисковать своим, ну как, волосом своим, да, и поехала за краской. Так, я была предельно аккуратна, поэтому сейчас здесь все разберу и продезинфицирую, соответственно, рабочую поверхность. Взяла я краску за 4,45 евро. Вот такую вот бутылочку сакротана дезинфицирующая, тоже обошлось мне 4,95. Итого 9,40 я потратила в магазине ДМ. Вот, красочку взяла в номер 8, да, такое нут, натуральный блонд. Не знаю, посмотрим. Обещает, что 8 недель, да, должно держаться хорошо на волосах. Ну, посмотрим, не знаю. В общем, будет лучше, чем сейчас мне на голове. Так что здесь у нас что? С Реви магазина огурчик, потому что там два магазина, они, ну, как, вместе расположены. Поэтому зашла, просто взяла огурчик. Вот такой сэндвичный хлебушек. Потом все булочки, булочки. И Марсель просил погрызть чипсы. Вот, сейчас я буду варить супчик и... Потом займусь уже покраской. Буду краситься сама, а то я все завтра, послезавтра, поэтому голову еще не мыла. Хочу сначала покрасить, а потом сходить в душ. Так что вот, ребят, посмотрим, что у меня получится. Ой, тут одно авокадо мне уже нравится, да? А, хотела вам показать вот еще что. Вот что я хотела вам показать. Мы посадили с Марселем косточку от авокадо. Вот такую, да? Она у нас стоит уже дня 3-2, наверное. Ну, так вот где-то. И что мы сделали? Мы низ обрезали. И меняю водичку. И вот на таких зубочистках здесь прорезано тоже. Будем ждать. Охота посмотреть, как это все дело прорастет. Ну, я думаю, что прорастет. Просто это вопрос времени. Так, что показать еще хотела. Вот мои тросточки, которые я срезала. Меняю им периодически воду с этого дерева-то денежного. Смотрите, уже такие хорошие корешки. Как будет у нас, землю купим, хорошая погода, совсем теплая. Мы будем пересаживать все. И я вот посажу еще, наверное, 2 деревца. Одно Вова просил ему, одно себе. Тут у нас что, орхидея одна отдыхает, смотрите, пока у нее ничего нету, да, но новый листик уже такой большой стал. Эта маленькая орхидея вообще меня так радует, хоть кустик и небольшой на этот раз почему-то вот, ну, не пошел вверх. Ну, не почему-то, наверное, есть на то причина, только я не садовод, не знаю. И листики хорошие,
Вот это как вот болел тогда, да, сейчас так вот в таком состоянии, в принципе, он остался. Нижний лист желтеет, я думаю, он отпадет. И что? Ну, радует нас цветение. Эту орхидею я получила на день рождения, как вы помните, да, от одной из мамочек с Марселя класса. Вот. Тоже у нее было вообще практически не было земли. Мне пришлось от других орхидей немножко ей дать, потому что оно здесь было вообще ужасы просто, как они продают. Практически, ну, никакого не было, она на своих корнях была. Поэтому немножко подпитала все орхидеи и поделились другие мои орхидеи землей с ней. Вот. И долларовое дерево, господи, уже заикаться стало. Долларовое деревце или кустик. Смотрите, пустил росточек. Мы с вами в том году его пересаживали. Ну, штуку большой. Смотрите. Прям меня радует. Ну, еще одна веточка будет. Уже так подросла. Я его наблюдаю уже, наверное, неделю. Он был совсем маленький. Теперь он какой уже вымахал. Так, вот протирала недавно листики от пыли. Все равно пыль опять. Дальше вот эта орхидея меня очень радует. У нее уже образовался новый листик тут тоже. Попало что-то. Листья такие хорошие стали вообще. Я их витаминки им дала в виде палочек таких, ну, для корней. В корень воткнула специально для орхидеи. Смотрите, какие у нее цветы большие. Такие, вне зависимости, что он, да, ствол маленький на этот раз. Обычно она очень тоже высокая. И такие вот шикарные цветы дала. Ну и орхидея, которую Вова мне подарил, тоже дала новый листик. Ну, вообще они сейчас у меня... После подпитки я помыла все горшки, побрызгала, да, все их протерла. И сбрызгиваю водичкой их практически раз в неделю листики. И смотрите. Ну да, она сейчас должна вся опасть. А потом будут, мне кажется, белые цветы, потому что это крашеная орхидея. Вот, тоже, тоже земли было, ребят, вообще. Ну, как кошка там украла чуть-чуть. Так что вот. А вот это тоже листик, да, говорила. В общем, вот. Надо будет нам потом землю еще купить и вот эти два досыпать покупных, которые. Ну, они меня радуют вообще. Вот, хотела показать свою красоту на подоконнике. Правда красиво? Я обожаю цветы, они мне прям аж успокаивают. В такое время напряженное, как карантин. Вот, сейчас у нас прошел дождик, но уже, смотрите, тучки расходятся, распогаживаются. Я думаю, сейчас после обеда будет уже хорошо, пойдем гулять. Ну, пока стол не мою на балконе, смысла нет. То дождь покапает, то нет, и то солнце. Так что вот такая погода. Но как же я могла обойти этот куст? Смотрите, у нас было с вами сколько? 6 цветов, по-моему, или нет, 5. 5. 2, 3, 5 цветов было, да? Теперь, что я заметила, еще один уже большенький такой стал. И вот, смотрите, еще один беленький. Так что наше женское счастье, ух, как оно, да, бушует. Вот так развернем его. Вообще красота. Я тоже на него налюбоваться не могу. Цветок опять забыла. Вы мне писали, как он называется. Надо зайти еще раз посмотреть. Я даже где-то на бумажку себе переписывала, как он называется. Но забыла сейчас. Читала про него. Его нельзя двигать, трогать вообще, поливать. И вообще никак не воротить его. Потому что я его постоянно крутила к солнцу. Так и так. Его нужно оставить в покое, тогда он зацветет. Но вот жду. Уже не трогаю его, наверное, месяц. Вообще не притрагиваюсь. Только поливаю, протираю листики. Но не кручу. Посмотрим, какой у нас будет результат. Листьев много новых дает. Прям много-много. Видите? Прям очень много. Ну, ему здесь хорошо. И вот тут тоже. Вот там. Марсель бурно играет с другом. Но сейчас он уже все выключает. Мне вот этот вот жалко, он никак не может выпрямиться. Или это отломалось. Вот этот росток, наверное. Что-то у меня сегодня сад огород, да, ребят, получается? Ну ладно. Хотела показать зелень. Свою зелень. Ребят, краску уже открыла, нанесла на волосы. Посмотрите, такая вот флакончик был, да, тюбичек. И у нас такой ополаскиватель. Перчатки также здесь были. 25-35 минут время, в зависимости от волос, от, да, какая седина у кого какая. Ну, в общем, да, 25-35 минут. Сейчас посмотрим, сейчас я себя вам покажу. У меня остался вот такой вот кондиционер. И надо будет потом ополоснуть волосики свои. Не знаю, короче, у меня псих накрывает меня. В общем, выгляжу я вот так.
Что я хочу сказать? Блин, мастерам респект вот от меня. Этим делом я бы не хотела заниматься каждый месяц, вот такой покраской, да, или каждые там 2 месяца. Нет, это сейчас такое вот дело, что действительно мастер на все руки, но я пока сейчас перекрасилась, это вы слышали и видели, хорошо, я камеру не включала, зачем людей пугать? Нелегко, да, самой себе, взади, там, ждать Витю, пока он приедет, он приезжает поздно, потом каждый вечер у нас что-то, и, короче, так руки не доходят, я думаю... Короче, была не была, покрашусь, что будет, то будет. Я уже видела седину, и мне это уже вообще не устраивало. Короче, свежее будет всяко. Но что я хочу сказать, ребята, мастерам всем, парикмахерам, я не знаю, стилистам, визажистам, продавцам, всем-всем низкий поклон, ребят, без вас, но мы действительно замучаемся. Умереть, конечно, не умрем, но замучаемся. Вот это вот самой брови, ладно, еще куда ни шло, да, там на лице видно, но вот это волосы сзади прокрасить, там где-то что-то, я уже и расческой, всяко разно. Короче, 7 потов с меня сошло. Сейчас поддержим, посмотрим, что получится. Ой, кошмар. Короче, бесит меня это все. Настроение 0. Не хочу больше краситься сама. Не хочу. Еще дойдет, если я буду сама себя стричь, это вообще будет. Девочка после тифа. Ладно, буду сейчас убирать со стола, я еще варю суп, сейчас уже у меня мяско отваривается, надо картошечки почистить, будет у нас гороховый супчик такой, сейчас покажу. Марсель занимается, сидит, делает математику, сидит здесь, то что там у него лего, да, сейчас покажу вам. Вот такой у меня горох, он темный, поэтому супчик будет темный, непривычный, но вот покупала в немецком магазине такие дольки уже, да, порезанный, но он очень вкусный, поэтому непривычно будет темный, видите, накипь, надо будет крышку помыть. Я уже сняла накипь, уже варится минут 10-15, так что можно сейчас будет закидывать картошку, следом сразу же буду закидывать горох и сделаю пережарочку. Ну вот что получилось. Голову я только вытерла, да, еще не сушила, не расчесывала. У меня волос не волнистый, нет, это у меня просто вот так вот, когда голову вытираешь, он лохматый получается. Было бы хорошо, если был бы волнистый. Ну, хотя, говорят, у кого волос волнистый, они хотят прямой. У меня очень прямой и как шелк волос гладкий. Надо будет сейчас расчесаться. Я сушить феном не буду, пускай сохнет естественным путем волос, да. И пока я сейчас буду на кухне возиться, в общем, мне нужно только посуду помыть. Ну, вот показала, не знаю, ну, передает, не передает. Ну, в последующих влогах посмотрите, да, как, когда волосы уже будут уложены. Все, со следующего влога хочу прям накраситься, выйти на улицу, прогуляться нормально. Не так, как по-домашнему всегда, вот этому вот ужасному виду, надоело уже. Так, что я сейчас? Вот такая вот красивая. Кухни, здесь, видите, переход как будто другой. Ну, всякое, как бы, вот здесь у меня уже была седина, и поэтому, ну, лучше, чем было. Надо пойти расчесаться. Сейчас покажу вам в кухне у меня план работы какой. В кухне у меня завалы. Сейчас будет посуда разбираться, что-то в посудомойку. Терку надо будет еще раз помыть. Я ее просто полоснула, брала, она мне мешала. Лимоны помыла с Марселю, с медом сейчас сделаю. Мяско обобрала, косточки погрызли мы. Так что вот замочила уже сковородочку. Отставила супец. Крышку помыла уже. Так что капать начнет. В общем, супчик у нас получился ароматный, вкусный. Смотрите, горох. Видите, горох темный. Зелень, он, короче, очень-очень вкусный. Я попробовала уже. Ну, как на вкус, на соль. Здоровски. Поэтому... Вот, осталось мне только, ребят, все убрать, ну и лимоны. Шкурки лимонов я закидываю в чайник, давно уже не чистила, поэтому включу чайник. И когда сок лимона выдавлю с медом, сделаю, перемешаю, Марсель любит так кушать, и шкурки закину в чайник, пускай прокипятится. Сейчас нужно разобрать, что вручную помыть, что в посудомойку, я говорю, и на этом все. На этом потом мы завершаем свой этап кухонный. Я вся издевалась. Смотрите, что у меня получилось. Я сама еще сзади ничего не видела. Зато показываю вам. Потом сама на себе посмотрю в видео, посмотрю, что у меня там сзади.
В общем, не стала я уже подносить зеркало себе сзади смотреть, посмотрела по бокам. У меня вроде бы ничего. Ну, здесь, конечно, сверху, знаете, как в песенке. Рыжий папа, рыжий мама, рыжий я и сам. Вся наша семья покрыта рыжим волосам. Короче, здесь все равно как рыжая присутствует. Я хочу страшно спать, прям страшно-страшно. И пришла я что в кухню. Уже кухню все убрала. Кофе попить. Надо выпить кофе, иначе... Иногда помогает кофе, иногда не помогает. Сейчас... Ну, сегодня я капучино пила и... Латте пила, да. Сейчас буду пить, наверное, молочное кофе, потому что что-то я проснуться не могу. У нас, знаете, то солнце выглянет, то тучи, то солнце выглянет, то тучи. У меня еще волосы сейчас влажные, и мне от этого холодно. Сушить я феном не хочу, пересушивать, и так они уже бедные. Бедные. Ну, я все это время их не сушила, и сейчас сушить не буду. Пускай естественным путем высыхают, и как бы нормально будет, да? Вот. Так что, ребят, будем, ребят, с вами на этом прощаться. Я вам всем желаю оставаться здоровыми, берегите себя и своих близких. Терпения вам в это непростое время, и нам тоже. Так что мы с вами увидимся совсем скоро в новых влогах. До новых встреч. Пока-пока.